А тем временем власти США не раз заявляли о том, что закроют границы из-за наплыва мигрантов. Сейчас Белый дом собирается направить границы с Мексикой несколько тысяч солдат. Дональд Трамп всерьез намерен не допустить караван непрошенных гостей из Центральной Америки. В Пентагоне отказались назвать точное число бойцов, которые будут передислоцированы в Техас, Аризону и Калифорнию. Однако Wall Street Journal пишет, что речь идет по меньшей мере о 5000 человек. По данным источников Рейтер, солдаты не возьмут на себя роль полицейских. Вместо этого они будут выполнять функцию поддержки. В Южные Штаты отправятся, например, пилоты и инженеры. Белый дом регулярно призывает мигрантов из центральноамериканских государств вернуться домой. Дональд Трамп не скупится на угрозы. По словам президента, среди беженцев прячутся преступники. Уже сейчас на границе с Мексикой сосредоточено более 2000 военных.